26 апреля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял бывшего президента Латвийской республики Вайру Вике Фрейбергу. На встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Латвией в различных направлениях, в том числе в экономической сфере. Отмечено значение взаимных официальных визитов высокого уровня с точки зрения расширения связей. В ходе беседы было подчеркнуто значение предстоящего Баку второго глобального форума открытых обществ в дальнейшем развитии нашего сотрудничества.